Лоха ему. Да ты его жмыхнула. Ну, он же увидел этого. Кого? Ну, чувака, которого убили. Эй, прекрати! У тебя там грим дьявола. Да. Ой, нам блин, даже я желтый жакет. Не запомнил, куда. Ну, я помню, что нам желтый жакет сказал, приходи в риф дьявола, мы еще думали, как он нам мог это сказать, потому что он сдох. Я этого даже не запомнил. Хоть я играю, сижу, мне... Я не знаю, как ты играешь, блядь, я все помню, хотя я сижу, блядь, в ТМе, чекаю мужиков. А, не, я знаю, почему, я просто сегодня еще по этому, по Властелину колец сделал, по настолке там все это. Поэтому у меня в голове дохрена информации по настолке. У меня тоже, извините, не только у тебя дохрена информации. У тебя другого толка, которая... Не мешает тебе. Играй. Играй, видишь, Лиси. Я уже. Татарстан, супер гуд. Я пришел в театр Короны, чтобы встретиться с Йоханнесом Вандербергом, но обнаружил лишь его труп. Звучит как Фассбендер. Поймал себя сейчас на мысли. У тебя одни Фассбендеры в голове, и Макевои. Весь день ты про них говоришь. Уж не набил. Ну вот, ну, ты нужно запоминать, что ты не набилась. Наверное. Сделай погромче, не слышу ничего. Там еще ничего не происходит. Записок нет. Нет. О, желтый жакет. Вы? Не может быть. Наконец-то, мистер Рид. Я слышал о вашем новом расследовании. Поздравляю. На этот раз вы превзошли самого себя. Позвольте задать вам вопрос. Да ничего не дует, не знаю. Я... А, ну извините. Попробуй поставь его туда. Так он не дует, он чем дальше, тем хуже. Вот сейчас вообще ничего не чувствует. Ты тупой, что ли? Это у меня вопрос. Почему вы вообще живы? Ну что тут сказать? В следующий раз убедитесь в том, что довели дело до конца. Стрелял не я, и вы это знаете. Мне пришлось через столько пройти, а никакого убийства не было. Прокурор с вами не согласится. У них было все необходимое. Жертва, метод, преступник. Остальное так, мелочи. Вы меня подставили. Сукин... Я всего лишь подготовил сцену. Я... Что? Убьете меня? Было бы забавно посмотреть, как вас обвиняют в моем убийстве во второй раз. Но, боюсь, у нас есть дела поважнее. О чем это вы? Вы прекрасно знаете, о чем я, мистер Рид. О пророчестве, о печати. Вы участвуете в событиях огромной важности. Сначала поговорим о расследовании. Ваша недальновидность меня удивляет, Чарльз. Зачем передавать бедного мистера Байерса в руки полиции? Если вас мучает чувство вины, может, не надо было все это затевать? У меня не было выбора, либо он, либо я. Нет, у вас был выбор, и вы приняли неправильное решение. Нам придется это обсудить. В любом случае, эксперимент удался. Можете считать его репетицией своего главного испытания. Я не понимаю, зачем вам все это? Вы направляетесь во тьму, мистер Рид. Я даю вам опыт, без которого вы не сможете ее преодолеть. Что еще за главное испытание? И при чем тут все это? О, все связано. Это ваша судьба. Непостижимая судьба. Доказать, что вы не просто частичка космической пыли. Возмутить спокойствие Вселенной. Покончить с этим. С чем покончить? Со всем. Вы страдали с того дня, как приехали в этот город. Нет, с самого рождения. Желание избавиться от страданий вполне естественно. В отличие от бесчисленного множества ваших предшественников, вы действительно можете это сделать. Исполнить пророчество. Вы хотите сказать, что... Печать Ктигонаара в ваших руках. Это ключ от врат и всего, что скрывается за ними. Вы можете закрыть их, чтобы человечество влачило свое жалкое существование еще несколько столетий. А можете открыть и покончить со всем этим. Именно так вы и поступите. Нет, я не стану этого делать. Вы меня не знаете. Знаю. Вы не представляете, сколько раз я это видел.
Конец всегда один и тот же. Очередной бедолага узнает свою судьбу и понимает, что ему не хватит духу ее исполнить. И он просто запускает новый цикл бессмысленных страданий. Зачем? Зачем мне все уничтожать? Потому что иначе ваша жизнь ничего не стоит. Знаете, сколько уже было провидцев за многие века? Бесчисленное множество людей, принесенных в жертву по воле неведомых сил. Совсем как солдаты, полившие своей кровью маки Фландрии. Но наши жертвы были не напрасны. Мы выиграли войну. Одну войну? А сколько их еще будет? Такова человеческая натура. Вы рождаетесь, чтобы страдать. Словно мартышки в открытой клетке, люди не желают ее покидать. Но вы можете все изменить, Чарльз. Покончить с этим раз и навсегда. Я докажу вам, что вы ошибаетесь. Ничего вы не докажете. Вы умрете, а в следующем цикле появится другой провидец, которому хватит смелости довести дело до конца. Даже если вы со мной не согласны, я не могу вас бросить. Вы слишком важны. Хотя я и не в силах повлиять на ваше решение. Хотя бы в чем-то вы правы. В Окманте есть археолог, который уже почти разгадал тайну Ктигонаара. Вам понадобится его помощь, чтобы попасть туда. Его зовут Джозеф Хилл. Поговорите с ним и постарайтесь расположить его к себе. Вот адрес. Это неправильно, Йоханнес. Я по-прежнему не понимаю, с какой стати мне вам верить. Истина не зависит от того, верите вы в нее или нет. Можете принять ее или снова закрыть на все глаза. Ничего не изменится. Прощайте, Чарльз. Не знаю, сможем ли мы поговорить снова, но я буду за вами наблюдать. И не теряйте больше печать. Иначе все ваши старания в этом городе пойдут прахом. Ладно, идем к этому археологу. О, приход. А нам показать? Ну и так видно. Ой. А при чем здесь этот чувак? Не знаю. Он же вроде как должен был умереть, нет? Его же этот убил. Приход. Его батя. Он же сам сказал. Маска-то у него осталась в руках. Угу. Я просто записку снял, там было что-то написано. А, ну это то, что произошло, там кто-то умер, кто-то... Ну, давно еще до сих пор там стоит. Ну ладно, у меня, по-моему, навыки прибавились, да. Ну а что, качнуть? Что-нибудь, что увеличит скорость прохождения этой игры? Качну разум. Это не увеличит. Так, мне нужно идти... доктору. Рид Хайтс. Наверху. Ламберт Стрит. Вот она, Ламберт Стрит. Между Хиллот Стрит и Хейл Стрит. Где-то вот здесь похоже. Королевское деяние, мне, смотри, костюм разблокировали. Королевское деяние, помнишь, что это такое? Нет, пойдем посмотрим. Не помню. Королевское деяние вообще такое у тебя было в списке? Ну оно было, они же там все есть. А вдруг нет? Не помню, королевское деяние, такого не было. Вот, было. А, точно же, король. Да говно. Ну ладно. Шерлока Холмса надо было. Это нужно квест целый делать. Да нафиг. Ветку. Не хочу. В таких шмотках. Все равно он в катсценах в своем бомжатнике. Да, в своем ходит.
Альберт Ламберт. Сыр. Хер моржовый. Из Ведьмака. Ты же не играл. Эй, осторожно! Был бы здесь какие-нибудь умения, которые ускоряют бег? Сбежать, но кто-то сломал ему шею одним ударом. Ага, у меня полностью этих... Мозг. Мозг вообще полностью отключился. Я предупреждаю тебя в последний раз. Если ты продолжишь свое самоубийственное исследование, я приму меры. Я не могу смотреть, как ты губишь себя, разрушаешь свой разум и жертвуешь здоровьем из-за каких-то старых сказок о мертвецах. Оно того не стоит. Прекрати, иначе я оставлю тебя без наследства. Я не позволю тебе потратить эти деньги на попытки приблизить собственную смерть. Она ушла? Вы ее ранили? Какого черта? Я был уверен, что застрелил ее, а она убежала. О, у нас большие проблемы. Я Джозеф. Простите, что впутываю вас в это. И спасибо за помощь. Чарльз Рид, вообще-то я сам вас искал. Меня? Чем могу помочь? Я тоже видел там вот это. Блин, даже чекать уже. Девочка, которая напала на нас. Что делать? Что это за существо? Это Уша. Жрица Майя. Сама смерть отвергла ее. Боюсь даже представить, какие жуткие чары поддерживают в ней жизнь. Даже в этом безумном городе я не ожидал такое встретить. А зачем жрица Майя явилась в этот дом? Что здесь такого особенного? Она охотится за мной. Уша хранит тайну, которая старше самого человечества и хочет помешать мне ее раскрыть. И не надо меня расспрашивать! Я больше ничего не могу сказать. Помогите мне попасть в Ктиганаар. Это безумие нужно остановить. Это благородная цель, но Вандерберг... Именно Йоханнес рассказал мне о вас. И обо всем, что случилось после потопа. Правда? Тогда я вас недооценил. У нас с вами общая цель. Но есть одна проблема. Какая проблема? Это девчонка Майя... Уша. Хранительница ключа от Ктиганаара. А он нам понадобится. Вы имеете в виду печать? Она у меня. Просто покажите, где вход. Печать у вас? Потрясающе. Но, увы, нашей проблемы это не решает. Джозеф, вы испытываете мое терпение. Уша последняя открывала путь вниз и до сих пор его охраняет. Мы не сможем спуститься, пока не избавимся от нее. Я частный детектив, мне несложно выследить Ушу. Но как нам ее одолеть? Дайте мне знать, когда найдете ее логово. А я пока подготовлю защиту от ее магии. Вместе мы сумеем ее уничтожить.
Мои пули бесполезны. Вы знаете какой-нибудь другой способ ее одолеть? Ее колдовству можно противостоять. Я сам собирался ее убить, но не уверен, что сумею найти логово этой твари. Но она же сама к вам пришла. Она застала меня врасплох и пыталась убить. Я был не готов. Хорошо, что вы ее спугнули. Есть идеи, как ее найти? Дайте подумать. Она пьет кровь, чтобы набраться сил. Ищите трупы ее жертв. Правда, в Окманте сейчас полно мертвецов из-за вайлбистов и безумия, но я слышал, что в Salvation Harbor якобы охотится вампир. Что ж, это лучше, чем ничего. Все, до встречи. Эти артефакты Майя украсили бы коллекцию любого музея. Сейчас попробуем ее быстро найти. Не понял. У меня 33 патрона. А, вот все, создал. Судя по этим растениям, фотографии сделали где-то в Южной Америке. Нам нужно, значит, идти в газету и узнать про какие-нибудь эти... слухи про вампира. Что-то рядом нет ни одного телепорта. Не здесь. А, блин, значит, в полицию надо. Thank you.
вижу, все ноют, что в Твиттере, в ленте, блин, одни оменсы. Пожалуйста, можно чуточку поменьше? Это кто ноет? Я просто открыла самые новые, все ноют. Где? Вот. А, ну они просто ноют за то, что это слышат постоянно. Нет, они ноют то, что просто слишком много оменсов. Просто уже отовсюду оменсы. Ну, чуть менее... Ну, написано чуть поменьше оменсов. Слэша. Чтобы их было меньше в ленте. Меньше в ленте и разных всяких сообществах. Как бы человеку хочется другой фандом. А не эти ваши оменсы. Отовсюду лезущие. Так, обескровленные тела. От Джорджа Калахана капитану Лайонсу. Сегодня мы получили сообщение о новых жертвах так называемым вампирам. На заднем дворе дома на Олд Чёрч Роуд между Касмит-авеню и Мапа-Лейн в восточной части Салвейшн-Харбор обнаружено несколько обескровленных тел. Я послал патрульных осмотреть место преступления. Тела очень похожи на те, что были найдены в другом месте. Только на этот раз у нас нет ни одного свидетеля. Ладно. По крайней мере, мы нашли. А мне кажется, оменсов недостаточно. Маловато, можно и побольше в ленту. Ничего сказать по этому поводу не могу. Вот я тебе говорю. Я ничего сказать не могу. Ну, ты-то не говори, ты просто слушай. Ну. Так, Old Church Road. Касмит Авеню. Здесь Maple Lane. Где-то здесь, в общем. Я надеюсь, она прям сразу там будет, это лучше. Да, уже. Уши. А. Чувак какой-то просто того убил, да? Пошли, пошли. О, ты за откуда взялся? Так, все, все. Я мужик такой ходил, пытался их, ну вот он. Но сейчас пойдет рассказывать, как он всех замочил, как крутой. Девок соблазнил. Джозеф был прав, из него выкачали всю кровь. Огонь, куча рыбы. Парни собирались как следует подкрепиться. Она не потеряла ни капли крови. Она? А, ну да. Она не потеряла ни капли крови. Он умер не сразу. На шее глубокие раны от укусов.
Наверное, он долго мучился. Ничего полезного, только старые тряпки и мусор. А вот это письмо может пригодиться. Записка владельца гостиницы. Предупреждаю вас последний раз. Если вы не заплатите мне за этот месяц, я продам все ваши пожитки, а вы сами окажетесь на улице. В рифе дьявола никто не поживет бесплатно. Еще кажется, что она рядом со мной живет. И, наверное, на эти записки оставляла. Таким выстрелом можно было бы запросто снести кому-нибудь голову. Доброго улова! Надеюсь, эти голодные теплокровные тебя здесь не видели. Теплокровные? Получай, проклятый труп! Скиф мнеев отслан, покался цор. Преклони колени и повинуйся, Реймонд. Ты заплатишь. Приказывай, жрица. Я повинуюсь. Так, посмотрим, что тут у нас. Доброго улова. Надеюсь, эти голод... Получай, проклятый труп! Уша напала на трех инсмутсов. Потом появился какой-то человек и попытался ее застрелить. Она назвала его Реймондом и загипнотизировала. Как он узнал по поводу загипнотизировала? Так, уши восставший из мертвых убийца, который пьет кровь своих жертв. Человек по имени Реймонд видел нападение уши. Похоже, он как-то с ней связан. На месте преступления он выронил сумку, в которой оказалось письмо с требованием немедленно заплатить за номер в гостинице. Риф дьявола. В общем, вернуться нам будет в Риф дьявола. Эй! Ты чего? Ну что, там нашел ухо? Не, не нашел, сейчас буду мучить. Здесь живет человек по имени Реймонд. Я не ошибся? А вам какое дело? Мне нужно с ним поговорить. Ничего не выйдет. Реймонда Арчера тут нет. Ушел пару дней назад и не вернулся. И не заплатил, чертов чужак. А его номер? Он там ничего не оставил? Кучу всякого странного хлама и сломанных вещей. Можете посмотреть, если хотите. Его номер рядом с вашим. До встречи. Вот, наверное, тот номер, в который вот не могли войти, смотри. Интересно, Реймонд раздобыл этот баллон с воздухом там же, где и я? Ой, обосранная ванна вся. В говне. А откуда капает? С потолка. Просто. Ничего интересного. Ой-ой. Да. Ну давай. Дневник Реймонда. Нашел работу в затопленной лаборатории на Мурленд Роуд между Касмит и Вини. Блин, это обратно практически идти. Босс несет какую-то чушь, но похоже можно будет разжиться золотишком. Приготовил все необходимое для вылазки, даже нашел водолазный скафандр. Хорошо, что я умею им пользоваться, придется погружаться под воду. Босс сказал, что вход отмечен пятью большими камнями. Чудом выбрался наружу и вытащил мумию, которая ему нужна. А хуже всего то, что в ее гробнице не было никакого золота. Отнес мумию в лабораторию. Мой башковитый начальник якобы умеет разговаривать с мертвыми. Надеюсь, она ему расскажет, где золото.
Неужели как такое возможно? Откуда я мог знать? Ни сна, ни отдыха, мумия. Уша все время шепчет, прячется под водой в своей гробнице. Пощади, уйди из моей главы. Ну, понятно, ну, гробница находится в этом. Нет, пожалуйста, хватит! Я больше не хочу смотреть на эту мерзость! Это невыносимо! А нам показать? Ну, она там чуть-чуть ее было видно, вот она, видишь. Нет, пожалуйста, хватит! Я больше не хочу Какой смотреть на эту мерзость! А, это где мерзость? Невыносимо! Вот она такая. Не вижу мерзости. Некоторые из этих мест я уже видел. Двор с трупами, дом Джозефа Хилла. Зачем он все это нарисовал? Просто так. О, мне еще одну очку навыка дали, да? Два. ХПХ сделал. По ловушкам что ли пойти? Гранату еще дополнительно таскать хочу. Кто знает. Просто картинка, олицетворяющая меня. Так, лабораторию. А где лаборатория находится? А, лаборатория на Мурленд Роуд. Это, по-моему, здесь же от Касмита Веню. Powderhouse Street. Где это Powder? Вот Мурлин Роуд. Powder House Street. Где она, блин, здесь? А, вот здесь. В общем, где-то здесь.
этого не вынесу, не могу больше смотреть в голодные глаза своих родных. Они еще пытаются улыбаться, говорят, что когда-нибудь это уже закончится. Но я знаю правду. Думаю, они тоже понимают, что спасения нет. У меня припрятана папуля для каждого из нас. Им ни к чему знать, что я собираюсь делать. Прощай, моя любовь, надеюсь, ты меня простишь. Чувак, в общем, всех убивал. Домино. То, что произошло в этой лаборатории, не имеет никакого отношения к обычной науке. Стреляющих. На каждого монстра своя. Что такое было? Похоже, внутри пепел вперемешку с солью. Я даже знать не хочу, откуда он взялся. Так, материализация прошла успешно, этот дневник алхимика. Чтобы подопытный заговорил, пришлось поливать его кислотой. Кто бы мог подумать, что вход находится в склепе. Материализация прошла успешно, трудно понять, что говорит покойник. Он использует очень старое наречие и ничего не знает о том, как остановить безумие. Рэймонд нашел мумию, которую я искал, но она не хочет говорить ни о Тиганааре, ни о безумии. Даже кислота не помогает. Этот Дэйн Рэймонд хочет получить золото, но девчонка молчит. Сказала только, что я не избранник Кэя. Надо найти способ ее разговорить. Уша может сколько угодно желать смерти, но пока соль ее сущность у меня, я могу ее воскресить. Ей не спастись от боли. Ну, отлично, по идее. Прям как с этим. Какой же фильм я уже забыл? С кем? Про воскрешенную, про соли, про полпрах, сердце. В этом что ли? В отряде самоубийц, что ли, по-моему, такое было? Я не смотрела отряд самоубийц. Ну ладно. Потому что это дерьмо собачье. Говнище. Блядь, только долбоебы, блядь, все смотрят это. Актиганаре золоте! Она не станет с вами говорить! Она расскажет только семени!
все улики. Кажется, эти инструменты использовали вовсе не для операций. Мне кажется, эти инструменты уже даже взять нельзя. Тот раненый очень хотел попасть в эту комнату. Хил, ты же обещал, что мы разбогатеем. Спроси ее про золото. К черту эту чушь про хренары печати. Помоги мне, ублюдок! Останови эту тварь! Пусти меня! Дейн, ты разрушил защитный круг! Пора во всем разобраться. Же обещал, что мы разбогатеем. Спроси ее про золото. Дейн, помоги мне, ублюдок! Останови эту тварь! Пусти меня! Джозеф Хилл и Реймонд пытали Ушу, чтобы выяснить, как попасть в Ктигнаар. Но она освободилась и напала на них. Хилл сбежал, бросив Реймонда одного. Не надо. Она хочет поговорить. Реймонд? Я вас искал. Нам надо поговорить о воскресшей девчонке Майя. Не надо причинять ей боль. Она знает то, что вам нужно. Она предлагает уговор. Что ты можешь мне предложить? Ты, избранный, должен спуститься в глубину, в раковину. Она знает дорогу. Мне нужно попасть туда, чтобы остановить безумие. Скажи, как это сделать, и я оставлю тебя в покое. Как щедро. У нее есть другое предложение. Помоги ей, и она скажет тебе, как встретить свою судьбу. Насколько я помню, вы пытались застрелить Ушу. А теперь оказались у нее на побегушках. Что случилось? Она использует это тело как сосуд. Она не хочет вас пугать. Человек-марионетка напугает кого угодно, Уша. Что именно мне нужно сделать? Убей колдуна Джозефа. Он не оставит ее в покое. Он поймает ее и снова сделает рабыней. О, Господи, сколько... Ой, блядь. Что ты будешь делать, когда получишь свободу? Жить. Ты могла просто сказать Джозефу то, что он хотел узнать, чтобы от этого изменилось. Колдун не заслуживает этих даров.
Его ведут жадность и гордыня. Она ждала, когда появится избранник старого бога. И вот ты здесь, отмеченный, связанный судьбой. Она видит это в твоих широко закрытых глазах. Зачем убивать Джозефа? И почему ты называешь его колдуном? Он разбудил ее, украл ее тело, снова заставил ее дышать. Он резал, колол, жег ее, держал ее в цепях. Ты хочешь отомстить? Ей нужна свобода, но она ее не получит, пока жив этот колдун. Где мне тебя искать, если я выполню твою просьбу? Среди каменных пальцев в саду мертвых. А прямо сказать нельзя? Я уже сыт по горло этими загадками. Она надеется, что твой разум не настолько слаб. Ладно. После всего, что я видел в той лаборатории, я на твоей стороне. Она будет тебя ждать. Сразу все. Так, хорошо. Ух ты, смотри. Ой. Теперь тыкай все это. Хилл заплатил Реймонду, чтобы тот принес ему тело Уши. Но когда она вырвалась на свободу, Хилл бросил Реймонда. Джозеф Хилл воскресил Ушу и других мертвецов, чтобы узнать правду о безумии, исходящем из Катиганаара. Джозеф Хилл пытал Ушу, но она ничего не сказала ему потом, потому что он не семя. Уша прячется под водой в своем склепе. Вход в него находится на кладбище и отмечен 5 камнями, похожими на пальцы. Именно это и просил выяснить Джозеф Хилл. Уша хочет отомстить Хиллу, но не может сделать этого сама. Она пообещала раскрыть мне тайны Катиганаара, если я помогу ей. Можем подумать, что Уши ничего не расскажет, типа предложение Уши это ловушка, она дождется, когда я убью Джозефа, а потом откажется рассказывать мне. Либо я могу заключить сделку с Уши, чтобы узнать тайны Катиганаара. Она расскажет их только семени. Я понял, выберу сам. Мне кажется, да, тут моя помощь. Хилл может стать союзником, Хиллу нельзя доверять. Хилл просто использует меня, чтобы разобраться с Уши, так же, как... Ладно, пусть будет. Нельзя доверять. Джозеф Хилл питал. Так, я бросил Реймонда одного. Хорошо, и как мне? О, моя голова. Где найти мне? Джозеф Хилл. Придется дальше убивать жителей Окмунта, чтобы прокормиться, но она лучше всех знает, как попасть в Катиганаар. А Хилл — безумный алхимик, которому нельзя доверять. Он предал Реймонда и уже однажды обманул меня. Мне нужно убить его, чтобы доказать Уши, что я на ее стороне. Хорошо. А где только этот Хилл? Я не... Где я?
найти и убить? Сложный вопрос. Тут надо еще подумать. В ратуше только если попробовать узнать. Ну там нету ничего, то есть в журнале у нас только с кем-то поболтать. Закончилось? Да. Я сейчас просто уж по городу бегу. По блэске выполняю. Не ври. Нет там ничего. Блин, с кем поговорить, чтобы узнали, где он находится? Вот Хилл. Конечно, могу попробовать кладбище сходить сначала. Кладбище у нас вот здесь. Возможно, еще где-то есть.